Доброе утро! Аксессуар для ванных принадлежностей – это незаменимая вещь в каждом доме. Вот, например, для ватных палочек, для дисков – это всегда лежит не у дела, и это обязательно нужно куда-то складывать. В данном случае у нас вот такая баночка от косметических средств. Есть еще вот такие, с крышками, без крышек. Это уже на ваше усмотрение. И для ее декора нам понадобится сама баночка, соответственно, ножницы, и так как у нас будут ванные принадлежности, у нас морская тема. Это ракушки с моря привезенные, вот такие ленточки, клей-пистолет и другой различный декор, который есть у вас дома. Это может быть что угодно. Приступаем к декорации нашего аксессуара. Берем баночку и в моем случае берем вот такой кусочек кожаной ткани. Мы ее прикладываем, смотрим. Вот, нужно взять расстояние до закрывашки, до крышки. Замерить его. Несколько капелек на ткань непосредственно. А я предлагаю на саму крышку наклеить ракушки. Чтобы нам упростить дальнейшую работу по декору, я решила, что сначала я приклею ленточку вот на боковую часть крышки. Потому что если мы сначала приклеим ракушки, будет неудобно клеить ленточку. Так как ракушки, они у нас плоские и имеют внутри такую полость. То есть там держаться особо не за что, кроме как за краешки. Поэтому мы клей и на ракушку, и на крышку обязательно побольше. Складываем сюда ватные диски, ватные палочки. Специально взяли баночку побольше, чтобы туда все это у нас влезло. Вот так ненужная вещь превратилась в приятный и полезный аксессуар. Сейчас мы сделаем с вами шкатулку для украшений в таком вот тропическом стиле. Берем для этого баночку поменьше. Есть у меня еще вот такие листья и цветочки искусственные, которые у меня остались от декора корзинки. Ну, может быть, у вас есть засушенные, например, цветочки. Или тоже что-то вам подарили букет, и от него что-то осталось. Все это подойдет на вашу фантазию. Смотрим, сколько нам нужно будет отрезать. Так, все на глаз, все на ощупь. Теперь будем приклеивать. Такие тесенки не обязательно покупать, они остаются и от букетов цветов, и все что угодно сейчас завязывают такими тесенками. Тортики, подарочки. Не могу, прикинь, его нажать. Ну, давай я. Вот. Да нет, он должен прямо вот так капельками есть. Подожди, мы уже тут намазюкали кучу. Мы их вот так перекрутим. И вот так сверху задекорируем. Сюда нужно клея прям побольше, потому что декор у нас такой очень твердый. И надо, чтобы он у нас хорошо приклеился. Вот такая у нас получилась весенняя милая девчатья шкатулочка, куда мы можем складывать свои украшения, например. Либо другие мелочи, которые у вас везде теряются, валяются, и их некуда сложить. Наш аксессуар для ванны и шкатулка готовы. И вот так быстро, легко и бюджетно можно сделать вот такие приятные милости, которые пригодятся вам и вашим близким. Творите, создавайте. Это очень здорово.